Заглючила у меня панель приборная. Стали, особенно с этой стороны, все символы моргать, весь экран, все. Вот, сбиваться показания топлива. Это предвестник вообще скорой кончины всей приборной панели. А причина — некачественный припой в микросхеме. По моей информации, не знаю, насколько точно, но в сценниках 2004-2005 годов выпуска был там, когда делали эти приборные панели, был переход на какой-то другой припой вроде бы как. В результате много идет брака в пайке. Значит, за ремонт панели я ее пытался сам перепаять, ничего не получилось, все равно моргало. Все, значит, за ремонт панели $50 где-то залущили мне. Ну и бэушная панель тоже стоит $50 примерно. Вот. Пришла она мне с английской модификацией, то есть скорость показывалась в милях вместо километров в час, литраж бензина в галлонах. Потому что панель это из Англии. Вот. И что еще характерно, значит, у меня машина 2004 года, а эта панель с машины 2007 года, донор был. Вот. Значит, одна особенность есть, поскольку панель с рестайлинговой машины, там, видимо, было какое-то другое подключение магнитолы, и последовательность проводов, вот это разъем для магнитолы идет. Вот последовательность проводов, вот эта фишка, которую я в руках держу, она изначально вот с этой панелью была новая, вот, а разъем у меня старый, вот такой идет. То есть, видите, последовательность расположения проводов не такая. Возможно, поэтому параметры магнитолы родной не отображаются на экране. Ну, значит, сейчас я покажу пример, как с помощью программы Renault ConClip, оборудование точнее, можно исправить мили на километры, галлоны на литры, поменять язык в приборной панели, ну и так далее. После замены приборной панели пробег у меня изменился. Было 180 тысяч километров. Теперь 129 тысяч километров. Потому что данные о пробеге записываются в памяти приборной панели, а не ЭБУ автомобиля. Также я знаю, что изменить километраж панели с мили на километры можно с помощью вот этих кнопок. Там как-то колдовать надо с помощью кнопки старт-стоп. Ну ладно, это почитайте уже, там есть информация в интернете есть. Сейчас мы рассмотрим пример, как делается это с помощью ноутбука и Renault ConClip. Если у вас его нету, то, конечно, поищите какого-нибудь человека, который сможет, у которого он есть, либо который может другим оборудованием залезть в настройки панели. Ну, у меня такая приспособа есть, поскольку у меня уже это 5-е Renault, я уже давно решил купить ConClip и периодически им пользуюсь. Значит так, запускаем наш ноутбук. Выбираем 32-разрядную винду, потому что в 90% случаев программа для клипа работает только на 32-разрядной винде. Вставляем USB сюда. Так, значит, теперь просто включаем зажигание. Все. Запустился наш ноутбук. Ну, я уже в настройки поменял, просто сейчас еще раз залезу. Сейчас у меня в километрах в час отображается. Но для примера я сейчас залезу и покажу. Включаем в разъем ОБД наш ConClip. Так. Вот, загораются у нас там лампочки разные на приборе. Запускаем программу клип. В современных моделях Renault уже, значит, вручную не надо как бы вводить VIN-код. Можно включить автоматическое распознавание. А в старых, там, 90-х годов надо вводить всегда вручную. Коробку передач, в принципе, любую. Нолик. Выполняем тест компьютеров.
Сейчас идет диагностика всех бортовых систем. При этой операции, при первом запуске, можно как завести машину, так и просто включить зажигание. Я включил зажигание. Так. Вот мы попадаем в такое меню. Выбираем панель приборов. Продолжить. Так. На это не обращаем внимания. Еще раз нам нужна панель приборов. Вот. Тут сейчас мы видим параметры. На поражение батареи 11,8. Неисправности не обнаружено. Ну, потому что сейчас включено зажигание, на улице мороз, поэтому аккумулятор падает. Масло закрыто. Так, ну, в общем, это нам еще не надо. Сейчас мы делаем... Спутал. Ремонтный режим переходим. Ну, вот тут мы видим задание, параметры языка. Английский задан. Автоматического ручника нету. Это уже я менял, потому что панель приборов у меня была на с машины. Ну, новую, которую я купил с машины, в которой стояла коробка-автомат и... автоматический ручник. У меня автоматического ручника нету. Обычный, классический и ручная коробка. Так. Ну, в общем, тут видим такие параметры. И далее выбираем вот этот режим. Операции записи конфигурации. Щиту не надо. Вот, мы попадаем в такое меню. И теперь можем, нажимая каждый вот этот пункт, задание, параметры языка, стояночный тормоз, тип автомобиля. Вот, выбираем. Вот язык, например. Французский поменять на английский, там, либо еще какой-то. Сейчас стоит у нас вот английский. Вот, текущий язык английский. Тут мы можем выбрать. Ну, в общем, ничего не будем менять, у нас все нормально. Стояночный тормоз можем выбрать какой. Вот, это текущий параметр, без. А тут можем выбрать с автоматическим ручником. Ну и далее по всем параметрам. Тип автомобиля. Тут выбирать нечего. Все идет G. Тип коробки передач. Вот стоит РКП. Ручная коробка передач. Контроль траектории, то есть системы ESP, нету у нас. Потому что если задавать параметры, которых нету, вписывать их в приборной панели, если их не поддерживать, а мы будем вписывать, то будет на панели гореть ошибка. Значит, например, если мы, вот просто пример работы, контроль траектории, то есть ESP в машине у меня нет. Если я, например, хочу изменить, если есть у меня, да, то для выполнения операции, вот тут все написано, как делать. Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобиля с АКП установите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей отсоедините провод зарядки. Все, вот у меня включено зажигание, и сейчас, если я нажму подтвердить вот эту вот кнопку, то... контроль траектории у меня будет задан, но работать не будет, поскольку функции в машине и в приборной, а точнее в машине нету, но будет выдаваться ошибка на приборную панель. В общем, вот такие параметры работы с щитком приборов. Ну и далее можем работать мы со всеми остальными системами. Не обнаружено никаких неисправностей, показывает нам. Пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях. Буду рад ответить. И комментируйте, что бы вы еще хотели увидеть в плане работы с клипом. Напомню, что я менял приборную панель. Приборная панель у меня была из Англии, показывала в милях скорость и расстояние, литры топлива в галлонах. И с помощью клипа я просто переделал все в нашу родную белорусскую систему, точнее международную, такую в километры в час и в литры. Все, нажимаем файл «Выйти». Все, работа завершена. Соединяем наш прибор и выходим. Прервать. Все. Всем спасибо за просмотр.
Пока-пока.